Полотно мастера или его ученика сходу отличить нелегко. В Шереметьев центре химико-технологического университета открылась традиционная выставка работ преподавателей и студентов художественного училища имени Малютина. В 12-й раз ивановские живописцы подводят итоги ушедшего года, представляя свои картины на суд зрителя. Естественно, лучшие работы. Естественно, у нас был конкурс, то есть отбирались именно творческие работы, не ученические работы. Это работы, которые показывают творческое лицо мастера. Подобные экспозиции важны прежде всего для студентов. Глядя на работу учителей рядом, начинающие художники могут в сравнении оценить свой уровень, отметить недочеты и постараться в дальнейшем их исправить. Чтобы оказаться в числе счастливчиков, чьи полотна представили на выставке, пришлось изрядно постараться. Мы с группами собираем лучшие работы, по нашему мнению, по мнению студентов, отдаем их преподавателю, а потом преподаватели уже отбирают несколько работ, там 3-4, в зависимости от сколько надо. Вот, и уже сами отбирают лучшие и сюда выставляют. О популярности выставки свидетельствует под завязку заполненный миниатюрный зал галереи. Чтобы по достоинству оценить все работы, а их почти сотня, потребуется не меньше часа. На стенах в основном представлены натюрморты и пейзажи, исполненные в нежных пастельных тонах. Сохраняется традиционный стиль нашей школы, он реалистический, он прежде всего пейзажная живопись. Ну и, конечно, здесь сегодня может быть характерно то, что широко представлена керамика. Те же, кто к изобразительному искусству равнодушен, могут обратить внимание на глиняные изделия. Керамику на выставку также представили студенты училища. Познакомиться с полотнами ивановских художников и их учеников можно до начала ноября. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.